Вот все врут. Вот кого не возьми, все врут. Приятелю дал $100 взаймы на месяц. Встречаю через 3 месяца, говорю, когда деньги отдашь? Говорит, откуда я знаю, я что, пророк, что ли? А как страховые компании врут? Я звоню в одну страховую компанию, спрашиваю, скажите, вы действительно быстро страховку отдаете? Они говорят, да вы даже не представляете, как быстро. У нас тут мужик один упал с 12 этажа. Не успел долететь до 2-го, как вдова уже получила страховку. Все врут, все. Пришел в поликлинику, взял талон в 16-й кабинет. Прихожу в 16-й кабинет, там 2 мужика в белых халатах и шапочках. Раздевайся, говорят. Я, ничего не подозревая, разделся. Они смотрели меня, осматривали, охали, ахали. Говорю, ой, как ты запустился. Ой, жить тебе до понедельника осталось. Я говорю, а что у меня такое? Они говорят, а это у врача спроси. Я говорю, а вы кто? А мы маляры, потолки здесь белим. Я же говорю, врут все, а политики как врут. Вы помните, Жириновский обещал всем, да? Каждому мужику по бутылке, каждой женщине по мужику. Помните, да? 2 дня назад в подъезде встретил пьяную женщину с бутылкой и ни одного мужчины. Врут политики, я вам говорю, врут. А посмотрите, а реклама как врет? Это зубная щетка Aqua Fresh. Чистит зубы в самых труднодоступных местах. Врут все, нет там никаких зубов. Все врут. Мужья женам, жены мужьям врут. Вы посмотрите, возвращается муж из командировки. Приходит домой, входит в комнату, жена лежит на постели. Ой, умираю, ой, кричит, я умираю, ой, мне плохо, я умираю, беги скорее за врачом. А врач в соседнем подъезде. Он выходит из комнаты, хотел побежать за врачом, сынишка в коридоре, прильнул к двери, говорит, папа, там в шкафу дядя Петя сидит. Он возвращается, открывает шкаф, действительно видит, там сидит дядя Петя, весь скрючившись под этой одеждой. Он говорит, Петь, ты что, дурак, что ли? Жена умирает, а ты с сынишкой в пряталки играешь? А мужья женам как врут. Муж под датой возвращается домой поздно вечером. Жена говорит, пил? Он говорит, нет. А ну скажи, Гибралтар. Ну, слегка выпил. Врут же, все врут. Взрослые дети, дети взрослые. Мальчик подходит к дивану. На диване лежит дедушка. Он говорит, дедушка, ты спишь? Он говорит, а что такое? Дай 5 рублей на мороженое. Сплю, внучек, сплю. А 2 мужика разговаривают, детство вспоминают, как кто кому врал, да? Один говорит другому, вот представляешь, а меня в детстве отец привел в музыкальную школу и говорит, гадом буду, но я из тебя Ростроповича сделаю. Ну и что? И он гад, и я не Ростропович. А как гаишники нам врут, когда говорят, вы превысили скорость на 300 рублей. Но ведь и мы им врем, правильно? Семья одна едет, муж, жена и ребенок. Гаишник останавливает машину, говорит мужу, по-моему, вы пьяны. Ну-ка, дуньте в трубочку. Тот дует, говорит, ну вот, показывай, что вы пьяны. Муж говорит, да какой пьяный, вообще ни грамма не брал, это у вас трубочка не работает. Вон жене дайте, она вообще не пила. Дает жене, жена дует, опять пьяная. Говорит, жена тоже пьяная. Да никуда ваша трубочка не годится, дайте ребенку, ему всего 9 лет. Он-то уж точно не пил. Гаишник дает ребенку, ребенок дует и опять показывает, что он пьяный. Гаишник говорит, ну действительно, что-то такое с этой трубочкой случилось. Ну действительно, все, отпустил их, они едут. Муж говорит жене, ну вот видишь, и ты говоришь, не давай ребенку пить, не давай ребенку пить. Все врут, все. Только некоторые талантливые врут. Одному солдату в армию девушка прислала письмо. Любимая девушка прислала письмо. В нем написано, я тебя не дождалась, выхожу замуж за другого, пришли мне мою фотографию. Ну, другой бы повесился, правильно? А этот нет. Этот пошел по всей роте, у всех друзей, взял фотографии любимых девушек, сложил, положил все в это, в конверт, добавил туда фотографию этой своей любимой девушки и письмо написал. Дорогая, я не помню, как ты выглядишь. Найди свою фотографию, забери, остальные пришли обратно. Сейчас она умоляет его вернуться. А как медицина врет? Тут в газете объявление одно было написано. Одна медицинская фирма высылает мужчин на дом к бездетным женщинам на предмет создания детей. Оплата 1000 рублей за раз. Один мой знакомый чуть женой не развелся на этой почве. Все, говорит, Зина, я от тебя ухожу, буду ходить по посторонним женщинам, получать
тысячи рублей за раз. Она говорит, иди, иди, я посмотрю, как ты проживешь на 2000 рублей в месяц. Все врут. Один я только честный, порядочный, справедливый. У меня только один недостаток. Я люблю слегка приврать. Все. Все.